Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших уроков, бесед о ритмике. И сегодня мы продолжим вторую часть о некоторых методических приемах, методических упражнениях, которые хорошо бы и полезно исполнять для контроля ритмического полотна музыкального произведения, для развития навыков музыкальной импровизации и для развития собственного багажа музыкальной фразировки. Вот сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов вообще о методах, о целесообразности занятий ритмикой. Ведь как происходит вообще в современной музыкальной школе, в современной системе музыкального образования, не обязательно академического, а какого-то другого. Ведь этот ритмический багаж, конечно же, можно приобрести, исполняя большое количество музыкальных произведений. Если мы методично осваиваем много музыкальных произведений, то так или иначе та или иная фраза, та или иная ритмическая фигура учеником исполняется и, соответственно, запоминается, составляет его багаж. Но мы прекрасно с вами знаем, как тяжело осваивать новый материал. Даже у джазменов, у которых задача исполнения, например, темы мелодической линии, гораздо проще, чем у академического, скажем, пианиста или гитариста, потому что нужно сыграть всего одноголосную мелодию, предположим, все равно недостаточно времени, усилия и желания, да и компетенции работы с нотами, тем более с сложными нотами. Вот. Недостаточно времени для того, чтобы в совокупности приобрести вот тот необходимый большой и серьезный багаж. А что же говорить про академических музыкантов? Поэтому вот такие упражнения с ритмикой, поиск этих долей, исполнение конкретных фраз, он очень важен. Вообще есть такой курс ритмической сольфеджио. Вот есть такой курс ритмической сольфеджио, и по-хорошему в музыкальных школах освоение исполнительских приемов, штрихов, разбор нот должен идти параллельно, а может быть даже позднее, чем работа на приобретение навыков учеников, как раз связанных с ритмикой. Вот этим и занимается ритмическая сольфеджио. То есть сначала задача ритмического сольфеджио заключается в том, что ученик сначала простукивает, даже без инструмента, прощелкивает, процикивает языком, то есть как угодно, вот такие мелодические фразы. Инструмент даже не нужен. Но почему-то мы этим не занимаемся, и такие курсы появляются только в системе среднего и высшего музыкального образования, и то как побочные, как какие-то второстепенные. И вот это вот, конечно, такая серьезная методическая ошибка, о которой надо подумать. Методических каких-то указаний и пособий по этому поводу либо очень мало, либо их нет совсем. И поэтому, если вы заинтересованы искренне, чтобы ваши студенты были ритмически грамотны, были музыкально грамотны, то, конечно, вам нужно эти упражнения придумать, и вот я вам в помощь. То есть в помощь не конкретным методическим упражнениям, а методом, то есть самим принципом. Вот в предыдущем уроке мы создавали несложные ритмические фразы, находясь внутри четвертного такта восьмидольной триольной ритмики. Вот. Но вся наша фразировка находилась внутри этого такта. Она начиналась либо сразу, либо заканчивалась на 4 и. Но ведь при построении фразы, фраза иногда начинается из-за такта и продолжается в следующем такте. Это нормально, это естественно. Тем более та богатая импровизация, которая включает в себя какую-то сложную фразу, которая может захватить полтора такта, два такта, два с половиной. И если это музыкант делает, значит, у него не должно быть вот такого барьера между тактами. То есть он должен мыслить как бы во всем ритмическом полотне, во всей этой ниточке. И вот сегодня давайте попробуем придумать аналогичное упражнение, как в предыдущем уроке, но таким образом, чтобы была связь двух тактов, то есть был переход новой доли. Ну, начнем с самого простого. 4 и раз. Вот такая фраза, да? Возьмем сейчас какой-нибудь темп помедленнее. Вот такой. Раз, два, три, четыре. Тоже пусть это будет 8 бит, но пусть это будет сегодня у нас ровный бит. Не триольный, а ровный. Три,
блюзовая. Тоже пусть будет блюзовая гармония, чтобы нам с нотами не мучиться. Итак, первое упражнение. Мы играем 4 и раз. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Понять смысл? И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Двигаемся дальше. Четыре, четыре и раз. Раз, два, три, ту-ту-пам. Вроде все просто. Ну, погоди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Два, три, ту-ту. Два, три, четыре. Та-та-та. Ту-ту-та. Четыре, раз. Четыре, раз. Теперь усложним фразу. Начнем с 4, 4 и раз и разы. Как это будет? Раз, два, три. Ту-ту-па-па. Ту-ту-па-па. В темпе. Раз, два, три. Та-ту-па-па. Та-ту-па-па. То есть вот это очень сложно. Вот студент, ученик очень сложно вот ловит эти доли, когда они вылезают за рамки двух притопов, трех прихлопов. Ну, смысл двух притопов, то, что все на раз, и все очень логично. Так, четыре, четыре и, раз, и, раз, и. Раз, два, три. Два, три, четыре. Раз и двигаемся дальше. Добавляем два. Тату, тату, пам. Раз, два, три, четыре. Раз и два. Раз, два, три. Два, три, четыре. Дальше добавляем два двои. Мы помним, что конкретно в данной музыке заканчивать фразу на долю, на ровную долю не очень логично. Лучше заканчивать на синкопу. Поэтому следующая наша фраза 4, 4 и, раз, раз и, два и двои. Раз, два, три, тату, раз и два и. Тату, раз и два и. Попробуем. Раз, два, три, четыре, тату, 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 тату. Еще раз усложним ее. Начнем не с четырех, а с трех. И раз, два, три. Ту-та-ту-та-ту-ту-пам. Ту-та-ту-та-ту-та-там. Еще раз под метроном. Раз, два, три. Ту-та-ту, раз и два, и. Ту-та-ту, раз и два, и. Раз, два, три. Ту-та-ту-та-ту-та-ту. Такое короткое упражнение, которое тоже вам может помочь. Если ученику сложно по каким-то причинам быстро ориентироваться вот в этой блюзовой гамме, ну, не поленитесь, нот несложно. Напишите им это методически, выпишите и сдайте потом, поделитесь этим. Пусть эта методика работает, пусть она будет распространена, делитесь ею. Это будет очень полезно для развития. Причем пишите это обычными восьмыми, это можно играть и в свинге, можно играть и в триольной ритмике, и в дольной ритмике.
И все это очень важно для развития наших детей, музыкальной эстетики, музыкантов и страны в целом. Благодарю вас. Спасибо.